Привет, ребята, не знаю, что получится. Короче, вот приобрел Кларио сама. Потрошенный, охлажденный. Вот так эта штука выглядит. 8 усиков. Попробуем что-нибудь из него сделать. Много слизи. Почти как у угря. Попробую, значит, пробую разделать. Так, ну тут достаточно жесткая башка у него. Где-то в этом месте, наверное, она типа заканчивается. Нет, не в этом. Вот здесь, наверное, да. Где-то вот здесь. Сейчас пытаюсь вот отделить голову. Ну, чтобы попробовать ее сварить, скажем так. Рыбу такую никогда не видел. Первое знакомство с рыбой. Мясо действительно розового цвета. Жабры, я так понимаю, вынуты. То есть он был, скажем так, позиционировался как потрошенный. Видимо, они вместе с этим вынули жабры. Хотя не знаю, может быть, как бы живого-то не видел. Ну, короче, попробуем просто сделать бульон. Рыбный бульон без головы. Остальное все тоже досконально покажу. Значит, вот Кларио Сом, это 8 усиков. Вот таким вот образом. Суп пущу еще. Хвост. И, скажем так, некие запчасти от плавника верхнего и нижнего. И перья, наверное, вот эти вот. Так, пробую разрезать поперек туловища. Все достаточно скользко. Нож причем острый достаточно. Так, дальше пробуем, значит, ну, на некие стейки, например, поделить. Так, хребет достаточно плотный. Не знаю, там топором надо, наверное, убить. Мясо интересного цвета. Не свойственно, в общем-то, рыбе. Такой больше на говядину смахивает. Даже не свинина, говядина, скорее всего. Мощный совершенно хребет. В принципе, костей, в общем, особо не наблюдается никаких. Такого цвета красное с кровью такое мясо. Ну, попробуем варить. Вот голова и хвост там, в принципе, больше отделять то в общем-то нечего было, но прорвусь.